Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне автомобиль Kia Sorento 2013 года выпуска с бензиновым двигателем, 2.4 объем, автоматической коробкой передач, пробег на автомобиле 110 тысяч километров. Клиент обратился для диагностики, посторонний шум какой-то появился в моторном отсеке. Мы провели диагностику навесного оборудования и выявили, что не отрабатывает обгонная муфта на генераторе. Нам пришлось демонтировать генератор, производить ремонт. В идеале новая муфта. У нее должен быть люфт для того, чтобы когда двигатель глушишь, то есть она еще вращает генератор какое-то время, ну и потом уже останавливается. Старая муфта просто заклинила. Ну а также мы провели еще комплексную диагностику автомобиля, по результатам которой меняются диски передние с колодками. Ну и в принципе вся остальная ходовая часть автомобиля в норме. На весь объем работ мы потратим 9,5 часов, и сумма ремонта составит 12 150 рублей. На свою работу мы даем гарантию 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.